Они никогда не боролись за музыкальные награды и не приветствуют музыкальные тусовки. Им некогда планировать турне выступления, но они более чем востребованы во многих украинских клубах. Их музыкальный материал характеризуется тремя простыми словами – новизна, качество, неординарность. Сегодня в ZP Music парни, играющие отменный шугейз «Мандарина Дар». Этот коллектив появился в 2008 на осколках экспериментального проекта «The Vincent Black Shadow». В составе группы братья Антон Сергеевич и Александр Гуренко. Основным отличием команды является отнюдь не украинская смелость в экспериментах. Нет, музыканты не стремятся навернуть что-либо этакое. Скорее наоборот, музыка «Мандарина Дар» мелодична и достаточно доступна. Но то, как она подается, выше всяческих похвал. Вне всяких сомнений, запорожские музыканты на порядок опережают своих украинских коллег по инди-цеху. И я, пожалуй, не соглашусь с утверждением, что «Мандарина Дак» — это блюдо для гурманов, и у группы на порядок больше шансов покорить Европу, нежели заявить о себе на родине. Украинские независимые критики не перестают петь хвалебные оды в адрес «Мандарина Дак». И с ними трудно не согласиться. Мы смотрим видео, записанное во время участия «Мандарина Дак» в проекте «Лампова музмапа».